от негативных мыслей, которые постоянно роятся в голове, какие-то проблемы в семье, на работе. И это вот постоянный поток, который вот просто заполоняет вот нашу голову. А если верить вообще ученым, то в нашей голове за день возникает в районе 75 тысяч мыслей. И более того, эти же ученые говорили о том, что 80% этих мыслей у людей негативные. И если это осознать, то можно сойти с ума. Понятное дело, что мы не осознаем все 75 тысяч, которые возникают, но даже часть из них, да, понятное дело, что все это не сильно радует, и хочется с этим начать что-то делать. А если уж тогда мысль материальна, а если мы постоянно думаем, кто знает о чем, то что же вообще мы по факту получаем, потом удивляемся, да, вот. Если вы регулярно занимаетесь спортом, то вы заметите, что негативных мыслей становится меньше. Они как-то сами в себе начинают рассеиваться, даже в процессе тренировки, как некая такая медитация. Вы отключаетесь от всего, от всех проблем, и посвящаете это время себе и своему телу.